Привет! Опять я, это вторая часть видео, которую я делала о покупках и подарках. Всякие там коробочки, всякие там посылочки, которые мне приходили за уже пару месяцев. В общем, продолжаю. Для того, чтобы отличить первую часть от второй, я просто поменяла кофту, помаду я менять не стала, потому что она мне очень нравится. Если кому-то интересно, это вот такая вот миниатюрка от Colourpop, и, слушайте, я не знаю, как она называется, потому что здесь не написано, но что-то, мне кажется, или что-то с Лондоном связано, или что-то с туманом. Может быть, London Fog, может быть, London Kiss. Короче, что-то такое. Продолжаю делать видео, значит, сейчас я вам покажу, что я заказала в Ивраше. Вот такой вот гель для душа. Все это было по скидкам, и все это мне так обошлось очень-очень дешево. Вот такой вот гель для душа. Здесь 400 миллилитров. Это лимитированное издание. И клементины, и специи. Очень хорошо пахнет. Такой, ну, конечно же, зимний немножко запах, но так как это была лимитированная коллекция зимняя. Дальше. В подарок мне дали вот такой вот аромат. Ну, точнее, можно было выбрать все, что хотите, из того, что есть на сайте, там, кроме нескольких вещей, кроме сетов, кроме какой-то там линии для ухода за кожей. Ну и, в общем, я выбрала вот этот вот парфюм. У меня уже есть такая зеленая линия, версия, тоже нравится. И, собственно, из-за чего делала я заказ, у меня скидка была еще, в общем, все-все-все, мне это вышло очень-очень дешево, еще плюс бесплатный парфюм. Это вот такая вот новая коллекция летняя, так и написано, коллекция лета. Здесь, как обычно, у них гель для душа и аромат. Гель для душа очень-очень легкий, аромат приятный. Но, если честно, я ожидала нечто другого. Вот так вот выглядит аромат, и он только в одном, в одном разливе. Здесь 100 миллилитров. Я сейчас вам покажу, как он выглядит на самом деле. Выглядит он вот так вот. В принципе, он выглядит как некоторые последние ароматы, всякие там фруктовые. Ты в Роше, вот так вот выглядит. Совершенно такая незаурядная. Приятный. Чё, вот зачем мне показывать, да? Приятный аромат, свежий, действительно, очень летний, свежий аромат. Скажем, летний свежий — это для тех людей, у кого с летом ассоциируется именно что-то такое летнее, легкое, свежее, весеннее, почти такое весеннее, какое-то прозрачное, что-то такое очень-очень легкий, полупрозрачный аромат, который практически не слышно. У меня же с летом ассоциируется абсолютно другая вещь. Это как вот, например, лето — это у меня Сицилия Дольче Габбана. Вот это для меня лето. Или терракота. А вот Герлен 28 пшиков. В общем, вот это для меня лето. Это для меня, ну, вот так вот, лето на 2 секунды. Вот такое у меня лето. Дальше. Еще один был подарок. Я не знаю, что они расщедрились, но это абсолютно точно был только лишь один заказ. Вот такая вот вещь. Еще это эликсир 7-9 от Ивраше. Все уже, наверное, знают. У меня таких было несколько. Они заканчиваются просто с мгновения ока, но они очень даже приличные, очень даже хорошие. Мне не нравятся. И еще парочка интересных вещей, действительно интересных. Одна у меня уже была, правда, очень давно, но была. Я знакома уже с этим ароматом. Это Armani Diamonds. Мне отхватила мама его совершенно по замечательной волшебной цене. И спасибо ей. Большое спасибо. Вот такой вот аромат. Armani Diamonds. Это вот эта вот их классическая версия, которая у меня была очень-очень давно.
Просто очень, потому что аромат действительно давний. Сейчас я хотела просто ради интереса пойти посмотреть, есть ли он в магазинах. Его уже нет, есть какая-то фиолетовая версия, розовая версия и что-то еще. Здесь у меня туалетная вода 30 миллилитров, вот так это все выглядит. Очень хороший аромат и воспоминания хорошие, приятные, потому что давно он у меня был, очень давно, и всегда мне он очень нравился. Он очень стойкий и приятный. Еще один аромат, который тоже мне отхватила мама, и тоже по шикарной цене просто. И это уже третий аромат из этой коллекции. Их всего, если я не ошибаюсь, 6. Я даже делала на них видео. 5 или 6, я не помню. Это вот такая вот камелия. Камелия Кинзо. Я буду делать видео на этот аромат, потому что вы сейчас увидите, я уже довольно много его использовала. И я сделаю такое мини-сравнение с камелией от Herbalario, который у меня тоже есть. Вот как я уже использовала, как видите, довольно уже могу хорошее составить мнение такое конкретное мнение об аромате. Очень, очень нравится. Совершенно интересный аромат. Он абсолютно не такой, как камелия от Herbalario. Вот этот вот, он более водный, он более какой-то легкий, но с огромным-огромным характером. Очень нравится. Вот так выглядит. К сожалению, этих ароматов уже давно нет в производстве. Их сняли, это была лимитка, и у них каждый год выпускались вот такие ароматы. Я прекрасно помню, когда они были в магазине, я помню их. И сейчас у меня есть слива, сейчас у меня есть юзу, и вот это вот камелия, и, наверное, трех. Точно помню, что там еще чай был зеленый. А, и что-то еще, один или два. В общем, но этих у меня нет. А вот чай зеленый мне бы, в общем-то, даже хотелось, потому что я люблю чай зеленый. Как в ароматах, так и вообще пить. И еще один оставила на сладенькое одну вещь, которую купила абсолютно неожиданно, но очень-очень ею довольна. Она сейчас на мне, я ею накрашена. Я специально сняла очки, чтобы вы посмотрели. Это вот такая вот, вот так вот сделанный макияж глаз. Я не знаю, что вы там увидите. Вот это вот такая вот палетка от Bobbi Brown. Палетка очень интересная, палетка хорошая, она мне очень нравится. Палетка выглядит вот так вот. И называется она Bellini Mini Lip and Eye Palette. Вот и вот. То есть, сейчас я вам покажу. Вот что, тут такие, знаете, вот эти отпечатки пальцев очень сильно остаются. Я вам сейчас вот так вот ее. Здесь еще есть такой вот очень-очень красивый блеск для губ в оттенке Беллини. Собственно, именно это и дало название всей палетки. Что здесь у нас есть? У нас здесь есть три цвета теней. Ну, вообще-то 5 теней. Три цвета — это такие классические. Коричневый, вот светло-коричневый, такой серо-коричневый, он холодный. И еще вот такой вот коричневый-коричневый, теплый, такой шоколадный. Потом есть вот такой вот очень красивый, он сродни, я не знаю, вы, наверное, ни хрена не увидите, потому что это такая вещь, которая, попробую здесь, это типа что-то типа фольги, вот как у Тома Форда, как у Шарлотт Тилбери. Не знаю, наверное, даже если я вам буду тыкать, свет падает и ничего не видно. Но, в общем, так-то я очень хорошо вижу. Это на золотом фоне очень много фиолетовых, розовых и белых блестюшек. Ни хрена не видно.
Просто поверьте, что он очень-очень красивый. Этот оттенок называется Blazing Star, Sparkling Eye Shadow. И еще одна теня. Свет. Освещение. Я просто снимаю при натуральном освещении. Дело в том, что в Финляндии сейчас белые ночи, поэтому я, кстати, очень люблю этот феномен, потому что для меня это интересно всегда, каждый год. И поэтому, пока есть солнце, ну, свет, я снимаю без ламп, без ничего. А вот, поэтому просто поверьте мне, палетка очень красивая. Попробую сделать сводчи с вот этих вот оттенков, которые они более такие, знаете. Например, вот этот вот, он очень пигментированный, это вот сам этот белый. Потом вот такой вот среднекоричневый. И вот такой вот. Вот эти видно хорошо, вот эти вот видно гораздо меньше. Ну вот так вот видно вот этот вот. А вот этот. Я думаю, что вам видно. Сейчас я попробую его нанести так, чтобы вам. Если вы слышите, что там кто-то бегает, это какие-то дети бегают, играют. Короче, сводчи ужасные, прошу прощения. Просто поверьте, что палетка замечательная, более того, очень пигментированная, очень красивая. Чем она мне понравилась, чем она меня подкупила? Во-первых, вот эта вот тенюшка, которую я никак не могу вам показать, потому что вы ее просто не увидите. Одна эта тень, она стоит практически так же, как вся эта палетка. Ну вот, если вы ее купите отдельно. В этой палетке есть абсолютно все оттенки, которые, например, мне нужны, чтобы сделать макияж. Абсолютно все. Более того, вот этот вот самый темный коричневый цвет, он совершенно замечательно подходит как подводка для глаз. И я уже пробовала ее так, не в этом макияже, просто так игралась. Это одно. Второе, вот этот вот средний цвет вперемешку с этим вторым цветом, вот этот вот средний и третий. Перемешку может быть очень красивым оттенком для бровей, кому он подходит. Это вот на все века совершенно отличный оттенок. Потом вот этот вот тоже такой классный, этот вообще без комментариев, без всяких сомнений, тоже очень красивый. Единственное мое он такое, но это вот этот вот блеск. Блеск, он красивый. Фокусируемся. Беллини. Я думаю, что вам видно. Я надеюсь, что вам видно. Беллини здесь 4 миллилитра. Что на самом деле кажется, что он такой, знаете, какой-то маленький, да? На самом деле это больше, чем половина, потому что в обычном их блеске 7 миллилитров, а здесь 4. Единственное, но чем он мне не нравится? Не то чтобы он мне не нравился. Цвет красивый, но я не люблю их блески. Вот, поэтому я его даже не открывала, я его не сводчила, я, скорее всего, просто кому-то его отдам. Мне бы очень хотелось, вот, может быть, как буду по магазинам шариться, что-нибудь куплю и в качестве пробника попрошу маленький пробник туши. Потому что я уже померила, например, тушь, которая у меня была в предыдущем наборе Lancôme, вот в таком, там где карандаш, тушь, крем для глаз и смывка, она сюда не помещается. Сюда бы отлично вместился пробник туши Guerlain. Нужно попросить вместо всяких этих кремиков, всего этого, пробник черной туши, и тогда просто палетку можно, например, взять с собой. Она маленькая. Вообще, она маленькая. Она меньше, чем моя ладонь. И ее можно взять с собой. Например, вот как мы будем в следующий раз на регате. Вкинуть ее. Будем в каком-нибудь порту. То есть
регату мы отбудем в обычной одежде, без макияжа, без ничего, потому что там не до этого всего, просто обмазанный кремом от солнца с этим, чтобы защищать губы и тело. Потом, как приедем в какой-нибудь порт, хороший, красивый порт, пойдем в душ, накрасимся, ну, я. И тогда очень даже удобно, когда у вас есть что-то маленькое с собой, чтобы не тащить туда целый набор. Я в принципе, обойдусь абсолютно вот такой вот одной маленькой. Мне абсолютно не нужно какое-то большое там количество теней для одного раза. Маленький пробник духов и вот это или любая другая подходящая мне по цвету пудра и тушь. И замечательно. Вот, собственно, поэтому я и купила эту палетку. Очень ей довольна. Вообще, Бобби Браун, у меня уже были вещи от Бобби Браун. У меня была офигенная палетка Бобби Браун. Это было давно. Скорее всего, это была какая-то лимитка. Потому что я не видела ее ни до, ни после в продаже. То, что она была оригинальная, сомнений в этом нет. Это была большая, ну, довольно большая, наверное, как вот, ну вот, немножко больше, чем вот это по размеру. Палетка тонкая, тоньше, чем это. И там были всякие их консилеры и корректоры. Там их было несколько оттенков консилера, несколько оттенков корректора. Вот этот вот их биск, по-моему, самый их известный, что-то там еще. И, ну, в общем, это все-все-все вот были, весь набор был сделан для того, чтобы там брать у вас синяки под глазами, как-то вам сделать красивое что-то там с глазами. Секунду. Почему мне кажется, что у меня под глазами синяя? В общем, вот, и благополучно несколько оттенков оттуда, ну, два оттенка оттуда я использовала. Там, кстати, еще было две маленьких-маленьких пудры для закрепления консилера и корректора. Белая, абсолютно белая пудра и желтая, такая банановая, типа. Вот эти вот я тоже использовала, и два консилера тоже. Ну, один консилер, один корректор. И там еще несколько вещей, может быть, 4, а то и 5 остались, которые мне были по цвету абсолютно неподходящие. Они были очень-очень темные. Вот. С этого и началось мое знакомство с Бобби Браун. Потом у меня было несколько теней. Что у меня еще было? Помада. Шиммер Брик у меня был этот их... Это палетка такая в полосочку, блестящая пудра, хайлайтер. И еще была одна вещь, карандаш для глаз, в общем, я не знаю, вот после этого, в принципе, тени мне нравятся, все хорошее, все красивое, но вот чего-то такого... Вот не было. Потом мне понравились вот эти вот тени, как вот эта вот одна, которая не показывается на моей коже. И я увидела эту палетку, я решила ее купить, потому что тень очень-очень красивая. Вот, вообще я довольна палеткой, я уже довольна была их тенями уже давно и этими корректорами. В общем, это очень-очень хорошая марка. Если вы найдете те оттенки, которые вам нужны, те оттенки, которые вам нравятся, то, мне кажется, вы будете довольны. Единственные шиммер блики, мне кажется, у них немножко так переоцененные, потому что такого добра, как у них, например, можно купить в бодишоп в 2 раза дешевле. Вот, но это мое мнение, не знаю, как вы. В общем, наверное, я вам все это показала. Да, у меня ничего другого нет. Я буду снимать не сегодня. Но буду снимать видео. Хочу вам рассказать об этой вещи, потому что, мне кажется, она заслуживает, чтобы они замолвили слово. И тем более, что ее еще можно найти на eBay. В магазинах нет, но на eBay там все можно найти.
Вот. Вот такое вот было видео. Спасибо, что посмотрели. Ставьте, пожалуйста, пальцы вверх. Давайте, наконец-то, чтобы этот канал рос. Я хочу, чтобы у меня было больше подписчиков, чтобы лучше, больше меня смотрели. Мне интересно, мне просто было бы, если бы моя аудитория немножко подросла. Вот. Не то, что мне с моей аудиторией плохо, нет. Мне очень хорошая. Все хорошие, добрые. Вот, так что вам всем привет, спасибо, что посмотрели. Тут уже получается вместе с тем видео целых 50 минут, поэтому спасибо большое. Я надеюсь, что вы выпили за это время несколько чашек кофе или чая, я вам составила компанию. Вот. Если у вас есть какие-то вопросы по поводу чего-либо из того, что я показала вам в этом видео, спрашивайте, я обязательно вам отвечу. Если у вас какие-то есть продукты, которые я показывала вам, но которых я еще не знаю, потому что я еще не пробовала, например, это вот Моровица. Вот скажите, нужно мне пробовать или можно кому-нибудь ее передать, сразу не открывая. Я не знаю, что там еще, что-нибудь еще. В общем, если у вас что-то из этого есть, напишите, пожалуйста, мне будет интересно. Насчет того, что у меня на губах Colourpop, я уже вам сказала, цвет абсолютно не помню, то ли London Fog, то ли London что-то, London Kiss, а может быть и вообще не London, может это я придумала, ну, по-моему, London. И это сатиновый лип, то есть это не матовый. Он на губах он довольно-таки сносно смотрится. Сносно, ну вот у меня уже съелось, я вот 50 минут поговорила, у меня уже все тут съелось. Насчет того, как он по комфортности, люди, у меня есть мои самые любимые матовые помады от Bottega Veneta, и они матовые, они действительно матовые. Они очень красиво выглядят, несмотря на то, что они матовые. Очень редко матовые помады красиво выглядят, а эти выглядят красиво. Они не сушают вам губы, как будто бы это куриная попка. И они очень гладко, хорошо сидят. И они по комфортности комфортнее, чем вот этот вот дружочек. Вот, поэтому решать вам. Я сейчас сижу и думаю, я же забыла вам еще кое-что показать. Забыла, так что сейчас я поставлю на паузу и покажу. Я не все нашла. Что я не нашла? Я не нашла кисточки. Две кисточки. Я просто не хотела их искать, если честно, потому что я не знаю, где они. Colourpop. Я сделала заказ Colourpop, собственно, именно поэтому вот этот вот маленький Colourpop-чик мне и пришел бесплатно. Я сейчас вам очень-очень быстро покажу, что у меня есть из Colourpop-а. Кое-что у меня пойдет на подарки, кое-что останется мне. Вот такая вот красивая тенюшка, которая называется Prickly Pear. Вторая тенюшка, которая называется Cheap Date. Они все очень-очень шиммерные. Они все очень-очень такие, знаете, блестящие. Еще одна тенюшка, которая называется Cricket. Плохо видно, потому что света недостаточно. Недостаточно. Как не хочется лампу включать. Все-таки, блин, все-таки хорошо же сейчас. Белые ночи. Еще одна тенюшка, которая называется, кстати, очень красивая, Birthday Girl. Birthday Girl.
Они все красивые, вот знаете, вот смотришь на сайте, вроде как вообще очень трудно выбрать, что хотите. Они все очень-очень классные. Еще одна снюшка, которая называется Муншайн. Вот Муншайн, вы ее вообще, ну как-то какая-то странная. На самом деле он коричневый с золотым блеском. Он очень красивый. Еще три тенюшки и три штучки для губ. Для губ у меня есть Daydream. Daydream, к сожалению, у меня пострадал. Видите, он такой вот. Немножко пострадавший. И это все мат X. Это матовые, очень сушат губы, поэтому, ну, пока не знаю, что с ними. Еще одна помада Зиги, она такая очень-очень теплая, теплая коричневая, такая терракотта. Еще одна штучка Hotline. Hotline вообще кажется таким каким-то светлым, и я видела свотчи, вообще кошмар. Ну вот реальный кошмар. Нет, Hotline нет, Hotline нормально, кошмар вот. Кошмар вот. Я не говорю, что это кошмар, кошмар прям вот вообще смотреть невозможно. Есть люди, которые любят, носят такой оттенок, и им хорошо, и им удобно, и им идет. Если я накрашусь таким оттенком, это будет просто кошмар. Мне просто намного больше идут оттенки, знаете, ну какие-то более яркие. Потому что если я каким-нибудь там желтоватым персиком накрашусь, я буду очень плохо выглядеть. Ощущение такое, что болею, что-то еще или что-то. В общем, еще одна вещь, это вообще Partridge. Это один из их бестселлеров. Опять же, здесь непонятно, пока вы не нанесете на палец. Это такой зеленый с фиолетовым, коричневым, отливом. Пока не нанесете на палец, и, кстати, вот эти тени, очень многие люди, я знаю, наносят их кисточками. Это неправильно. Их нужно наносить пальцами. Вот пальцами очень хорошо они наносятся и наиболее красиво получается, сидят на глазах, на веках. Вот еще один такой вот оттенок. Он называется Sailor. Он такой, он, кстати, у меня треснутый чуть-чуть. Вот. Ну что делать? И еще последний, это вот этот вот их Bae, который все знают, все его любят и все от него тащатся. Но на самом деле это такой вот аналог. Таких оттенков очень-очень много. Есть такой у Wet n Wild, есть такой у MAC. Вообще практически у каждой марки есть такой вот. Они как-то считают своим долгом сделать именно такой дохром, вот такого вот оттенка. Он такой зеленовато-серо-коричневый какой-то с красным. Ну, симпатичный, но, знаете, так как их очень-очень много, ничего там уж такого ахового нет. И опять же, это еще не все, что пришло, потому что еще были две кисточки, которые, к сожалению, я не могу найти. Кисточка одна была для растушевки, вторая была кисточка для нанесения, по-моему, теней. У них всего лишь две кисточки вообще есть в гамме. И вот эти вот обе у меня были, обе разные. Вот, если вам интересно, пойдите на сайт, посмотрите, у них других нет кистей. Вот, теперь это уж точно все. Вроде как. Да, все точно. Поэтому это уже 60 минут. Большое вам спасибо за то, что посмотрели. Ставьте лайки, подписывайтесь. Еще будет очень-очень много всего интересного. На этом все.